Особый медицинский центр «Инклиник» открыли торжественно с высокопоставленными гостями и красной лентой. Республика нуждалась в нем уже очень много лет. Теперь для лечения и реабилитации детям с диагнозом буллезный эпидермолиз не придется выезжать в другие регионы. А главное, это лечение будет абсолютно бесплатным. Эту задачу перед нами как бы поставил муфтий нашей республики после того, как родительский комитет обратился к муфтию с просьбой оказать помощь. Эти дети, чтобы получить элементарную какую-то медицинскую помощь, им приходится выезжать за пределы республики. Поэтому как бы нашей целью было, чтобы эти дети могли тут получать специализированную помощь. Строительство и организация медицинского центра «Инклиник» проходило при участии благотворительного фонда «Инсан» и частного мецената. Их объединило стремление помогать нуждающимся. Благотворительность – это вообще цель моей жизни. И то, что в этом направлении наш предводитель муфтий республики, фонд «Инсан» и все, которые вокруг него и вокруг фонда «Инсана» стоят, это практически героические поступки и героические люди. Люди, которые всегда, можно сказать, 24 часа работают во благо всего нашего, всей нашей республики. И особенно тем людям, которые в этом нуждаются. Открытие медицинского центра посетил муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди, а также представители власти, в их числе министр здравоохранения республики Татьяна Беляева. Фонд «Инсан» неоднократно помогал этим детям выезжать за пределы республики на реабилитацию, на лечение. Сегодня они все это смогли организовать в благотворительных целях, организовать для этих детей у нас в республике. И мы надеемся, что мы сможем помочь нашей республике не только нашим деткам, но и к нам будут приезжать и оздоравливать своих детишек с других субъектов Российской Федерации. Карим Даниев, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.